сколько будет? А ты не сдохнется. Это тоже. Голосование опять то же самое. Продолжение следует...
Thank you.
Я прошу вас встать сейчас. Протокол. Выдайте мне, пожалуйста, решение. На право. Подождите, посмотрите, все, не трогайте ничего. Сейчас напишем решение, и я все знаю. Не хотите так наши дела. Потому что это невыносимо так работать. Это я вам сказала, что это невыносимо так работать. Нет, я сейчас напишу решение, потому что вы приняли его. Пиши, я дам это органу милиции. Потому что вы мешаете работе комиссии. Вы хватаете бюллетень, вы начинаете пересчитывать. Вы умеете это делать. Вы умеете это делать. Я вам еще раз говорю. Мы пересчитывать начинаем работать с бюллетенями. Вы мешаете, вы едете в работу. Вот будьте председателем комиссии, будьте командовать в участке. А пока здесь я командир, а не вы. Не трогайте ничего. Сейчас напишем решение и удалим его. Вам неудобно. Мне неудобно. Мне неудобно. Я пыталась с вами говорить по-нормальному. Вы не понимаете. Вы лезете прям драться со мной. Прям драться лезете со мной. Я с вами драться не лезла. Не надо. Есть видеосвязь на этот счет. Что значит? Что значит комиссия? Почему мы с вашим избирательным участком бюллетени попали на пол? 15 штук. Вот я их на пол не бросала, я их бросила на пол. Вы мне скажите, пожалуйста. Я не бросала на пол никакие бюллетени. Почему-то никто больше из присутствующих не влезает, только вы влезаете. Я могу быть заинтересована больше, как так. А в чем вы заинтересованы? Какой здесь интерес? У нас интерес, вот чтобы у нас интерес был общий, чистые выборы. А как чистые выборы? У нас тоже чистые выборы. Нет, вы думаете, мы что-то заинтересованы? И вас попросили, вы пришли сколько-то. Мы приступили к пересчету. Мы приступили, ну что, везде выборы что-то. Я попросила пересчитать ваши. Никаких пачек здесь не было. Вот. Не было никаких пачек. Вот какие были пачки? Вот, куча бюллетеней. Вот это куча. Самое главное, ваши куча бюллетеней. Та фраза, которую... Я никаких пачек не видела. Чтобы не видела пачек в этих выборах.
Thank you.
Решение комиссии удалить нашего наблюдателя. На что ссылались? На статью. Сейчас пишем статью. Thank you.
Российской Федерации. Это кончилось?
первому ударению. Да. Ну, похоже, да, нет, мы приняли решение, мне сейчас надо Настасью высылать на покупку. Хотя, сейчас это было вторая, да? 22-я статья. Вот это часть 22-я, статья 29-я. А с совещательным голосом. Мешает работе, мне хоть наблюдать, это член комиссии по мешающим голосам. Статья есть, просто они не должны мешать работе. И там ссылаются на эту статью.
наблюдатель исправит. А член комиссии права защищать его голоса то же самое же, что и наблюдатель. Ну, участвуйте, допустим, да, да, заседание комиссии. Не имею права голоса. Ну, я ссылаюсь на эту статью уже. На 23-й уже. Да, 23-я статья. Я говорю, как что. Какая разница? Да. Ну, тут вот еще... Здесь еще есть часть 22-я, 29-я статьи, в основном гарантия. Ну, я не знаю, я сейчас я не могу сказать. Thank you.
Значит, ну какого забрать? От ЛДПР. Евгения Геннадьевна. Значит, не готов к такому. Еще ли это как-то взять? А сколько вы, например? Не врывайте сюда, пожалуйста. Вторая число избирательных бюллетеней получено участковой избирательной комиссии 1200.
число избирательных бюллетеней, содержащихся в Thank you.
Я
избирателей проголосовавших досрочно 0. 4 избирательных бюллетеней выданных участковой избирательной комиссии избирательных помещений для голосования. День голосования 1181. Число избирательных бюллетеней выданных избирателей проголосовавших помещений день голосования 73. Число погашенных избирательных бюллетеней 546. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в неосмотрящих 73. Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1181. Число недействительных избирательных бюллетеней 5. Число действительных избирательных бюллетеней 1247. Число действительных удостоверений заочных сторон избирательной комиссии 30. Специфично удостоверение выданных участковой избирательной комиссии на избирательном участке для голосования 26. Число избирателей, проголосовавших по предъявленным удостоверениям на избирательном участке 40. Число неиспользованных предъявленных удостоверений 4. Число предъявленных удостоверений выданных избирателям тип 0. Утраченных 0. Число утраченных избирательных бюллетеней 0. Число избирательных бюллетеней неучтенных и получения 0. Голоса подлинные за кандидатов Жириновский Владимир Вольфович 83, Дюганов Геннадий Андреевич 296, Миронов Сергей Михайлович 63, Прохоров Михаил Дмитриевич 121, Путин Владимир Владимирович 686. Сведения о количестве выступ пишут участковых избирательной комиссии день голосования и отчаяния участковых голосов. Это мы сейчас рассмотрим на заседании комиссии. А значит, мы сейчас должны предоставить веб-камеру протокол. Итак, кто повыше? Кто? Thank you.
Марина Николаевна, что ты в банке не осталось больше? Ой, ладно.